Всем привет, вы смотрите ВК Новости с канала Важного Кота. И в этот раз ролик будет содержать в себе не только события, произошедшие на последней неделе, но также кое-что из более далекого прошлого. Период примерно с 10 мая, ввиду того, что выпуски новостей какое-то время не выходили. Начну с технолога. Технолог показал рендеры новых потенциальных наборов. Очередная халтура в виде двух одинаковых наборов, отличающихся только видами танков. Но для детишек пойдет, схавают. Однако, зная технолог, они могут вообще не выйти или выйти лет через 5. И да, в наборах планируются совершенно новые миньки. 30-миллиметровые современные десантники и спецназ. Хобби-бункер сообщает о том, что были перевыпущены галлы в резинопластике. Масштаб 1 к 32, цена 2450 рублей за набор. Подставки опциональны, можно как приклеить, так и избавиться от них вообще. Также запущен предзаказ на две новые фигурки для вселенной мира Абсолюта. Это победители конкурса, за которых проголосовало наибольшее число людей. Джейсон Конг и Фердинанд Буллс. Предзаказ с 24 мая по 24 июня. Стоимость одной фигуры 700 рублей. Подвижные руки, оружие съемное, материал софт пластик. Также в предзаказ попал набор Deus Vult или набор рыцарей, 2600 рублей, масштаб 1 к 32. Резинопластик, планируемый цвет серо-голубой. Еще одна позиция предзаказа — это набор плоской миниатюры средневековая осада, 54 мм, 6 фигур, 900 рублей. И еще один внезапный участник предзаказа стоимостью в 750 рублей, миниатюра Бретта Фенга, скульптором которого является Эд Исаев. Софт пластик, 56-60 мм в высоту. Плюс ко всему, в магазине Хобби Бункер появились новинки от Тихон Фигурс. Три набора схваток, 1 к 24, 1400 рублей за каждый. Материал резинопластик. Плюс майор Дункан из последнего из Магикан. 700 рублей, 75 мм. Пластик Платун продемонстрировал новые фигурки, посвященные грядущим наборам по битве при Буширан 5-6 августа 1763 года. А конкретно была показана фигурка Хайлендера Шотландца и одна из фигурок индейцев. Будут ли это два разных набора или каждая из этих фигур войдет в один и тот же, покажет время. Помимо прочего, продемонстрированы мастер-модели лесных индейцев и 3D-рендеры американского морпеха Тихоокеанского региона и пулеметный расчет. Инженер Басевич за прошедшее время может похвастаться тем, что наконец-то вышел набор византийцев в 5 цветах. На данный момент набор уже доступен к покупке. Альянс Свободных взял новый курс на 3D-модели и представили первую фигуру из отряда Тауренов. Но это не значит, что ручная лепка уходит в прошлое. Показана фигурка Северянин от Азиза Аминова, а также третий персонаж набора Меотида, который ранее был назван Калиста, за авторством Сергея Новикова. Войны и битвы запустили в продажу ветряную мельницу, выполненную из тонкой фанеры с двухсторонней полиграфией, 950 рублей за штуку. Наконец-то доступны к покупке ниндзя, 2400 рублей за 12 фигур, к сожалению, из смолы. Также доступен к приобретению второй набор конкистадоров, 8 миниатюр за серебро и антрацит по 300 рублей, за коллекционный цвет зеленый 350 рублей. А полный набор конкистадоров из 16 миниатюр, который включает и первый, и второй, 600 рублей за серебро и антрацит и 700 рублей за зеленый. Также «Воины и битвы» демонстрируют эскизы своих грядущих наборов и задумок. Грифоны, эскизы и рендеры детей Посейдона, эскизы алтарей графа Марина, продолжающего тему Армландии, и его же рендер. Плюс команда пеших и конных воинов, являющихся солдатами того самого графа. К слову, всадники уже существуют в виде 3D-рендеров. Еще в эскизах мелькала боевая собака. И были продемонстрированы обновленные рендеры белогвардейцев, набор которых уже выходил в смоле, однако сейчас он будет доступен вновь. Также на стене группы «Воины и битвы» мелькали вышедшие и планируемые строения из фанеры, а также различные телеги, тачки и повозки, которые можно было, можно и можно будет приобрести в магазине этого производителя. Солдатики ЛАД сообщают, что доступен к покупке набор рыцарей Тевтонского ордена. К сожалению, пока без коробки. В 5 цветах: зеленый, синий,
белый, серебро и графит. 700 рублей за 8 конных фигур. По выходу упаковки цена слегка увеличится. А также продолжают работу над набором красноармейцев. А вот мастерская Берсерк сообщает о намерении перевыпуска ряда фигур вместе с новинкой темным эльфом. Планируется выпуск Рексара, черного мечника и Слэша, плюс перевыпуск Спауна, Риддика, Венома, Робокопа, Мановара и котов быстрого реагирования. По результату голосования и пожеланиям, вместе с темным эльфом, Рексаром, Слэшем и Гатсом выйдет Риддик, Веном и Спаун. Скорее всего, цвета будут отличаться от предыдущих изданий, плюс ко всему будет использован другой материал. Все фигурки будут выполнены из более гибкого варианта полимера. О начале предзаказа вы можете узнать в группе мастерской Берсерк, а также в последующих выпусках ВК-новостей. Горыныч Пласт готовит к выпуску «Гуляй, города». Уже была сделана тестовая партия, и очень скоро начнется полноценная работа над пополнением запасов этих весьма полезных на игрушечных полях боя приспособлений. Помимо прочего, Горыныч Пласт наладили выпуск гексагональных баз для миниатюр. 12 подставок, 120 рублей. Приобрести можно в группе Горыныч Пласт. И, как оказалось, до сих пор доступны наборы колес для различных поделок и конверсий. Размер колес 30 мм с 5-миллиметровыми отверстиями, толщина примерно 5 мм. Солдатики Публи вновь выпускают набор викинги в резине 1:32, 2850 рублей за 6 фигур. Также доступны к приобретению амазонки 800 рублей за одну фигуру, сборные миниатюры из смолы 75 мм. Godlike Megamaster продемонстрировал тестовую фигуру железного дровосека по проекту ОЗ. Надо сказать, выглядит это довольно интересно. Перейдем к новостям интернет-магазинов. Корпорация Fantasy. За прошедшее время ассортимент магазина пополнился новинкой от технолога. 30-миллиметровые фигурки спецназа и десантников в полистироле. 120 рублей за 10 фигур. Также ассортимент пополнил огромный набор с конструктором Castlecraft. Рыцарский замок. 2950 рублей. А вот магазин Soldark тоже может похвастаться наличием фигурок спецназа и почему-то террористов. Именно так они назвали десантников. 210 рублей за 20 фигур. Среди новинок интернет-магазина также пополнение космофлота Ренессанс. Корабли класса Империал 9 см, смола, без оружия 700 рублей, с оружием 800 рублей. Фрегаты класса Лютик, Цикута и Морозник по 120 рублей, смола, длина 4-5 см. В питерском магазине солдатиков доступны к приобретению французские пехотинцы в парадной форме от Аванпоста в 28-миллиметровом исполнении, 140 рублей за одну миниатюру. Плюс пополнение наборов от украинского производителя Альянс. Армия Анубиса, Циклопы, Черные всадники, Воины Южного Королевства. Каждый набор 600 рублей. Масштаб 1:72. Ну и завершу этот выпуск новостями от интернет-магазина WarToys, куда поступили новинки от YEG Castings. Миниатюры из оловянного сплава 54-60 мм. Стоимость одной миниатюры 230-250 рублей. Вот такой вот сумбурный выпуск новостей за довольно длительный период. И он подошел к концу. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!